Доброе утро, друзья! Вот следующий день, 23 февраля. Сугробов намело. Пришла зима на Кубань. Видали, что творится? Прям столько снега выпало за раз, что все засыпало вообще. Ежик тут-то по снегу. Минус где-то 3. Обещает завтра минус 10 и даже 14. Вот такие вот барханы. А вы говорите, по снегу соскучиться можно. Да ну что вы. Тут разве соскучишься? Вон. Машина в снегу. А мне сегодня надо ехать. Да уж, капитально. Вот такая погодка на Кубани. В общем, от снега я машину очистил. Более-менее. Но тут такие сугробики. Ну надо же, в конце. Уже весна скоро должна быть. Снег. Соскучился ли я по снегу, друзья? Соскучишься тут, блин. Какой нафиг снег, он нужен? Кому он нужен, этот снег? Быстрее бы лето и весна. Сначала, конечно. А потом лето с морем. А то что-то от этой картины тоска какая-то. Честное слово. Честно скажу. Дорога дерьмо. Не знаю, чистили ее или нет. Возможно, нет, что переметы просто. Ветер прошел, но снег вчера немножко подтаивал вечером, когда шел. И вот получился такой нас, машину бросает, конечно. Но дорога неприятная. Но ничего, преодолеть можно. Правда, я еду со скоростью 60, не больше. Надо помочь. Там насос поставить. Там насос погорел. Его починили. Сейчас надо поставить. Сегодня, кстати, вечером стрим. Который я обещал в субботу. Надеюсь, скорость интернета будет хорошая. Кстати, представляю, что творится в Ейске. Это, наверное, вообще там ужас. Потому что снегоуборочной техники-то у них почти что нет. А снега сегодня навалило, не знаю, с какую норму. Много снега. Вот снегоуборочная пошла. Вижу ее. Вот она идет. Молодцы. Убирает. Молодцы. А то прям тут застрять можно нафиг. Вот, кстати, там впереди кто-то куда-то вылетел. Посмотрим, помочь чем-нибудь надо. Вытолкали машину, она там вдалеке сейчас выкарабкается на дорогу. Все. А то прям вообще с трассы вылететь можно. Ладно, едем дальше. Поехали. Залетела она на обочину, а там снега много. И не могла выбраться самостоятельно. Есть соблазн переключиться на пятую, трасса свободна, но не буду. Пускай будет 60 на четвертой. А то такая трасса, видите, она как лед. Лед и снег, сверху снег. Главное, снег переметает через трассу с ветром. Как вспомнил я, когда с Комсомольска ехал, там, правда, снегу побольше еще было однажды. С Комсомольска на Амуре. Также через трассу снег метет. Вот я Кубань. Все, съездил я в Октябрьский. Поставили насос, все проверили, все работает. Слава богу, попили чайку, еду обратно. Сейчас зайду в магазин, только фарша куплю и картофель. Трасса скользкая.
Вот камикадзе, видите, едет. Ну, слава богу, хоть медленно. Ну вот рынок у нас в воскресенье, ой, в субботу. Тоже все в снегу, но люди торгуют. Сегодня праздник, 23 февраля. Я тут затарился немножко. Сейчас я вам скажу, какие цены мне как-то просили назвать цены. Вот у нас тополек, свадьбы, торжества, юбилей, банкетный зал. Действительно, зал просторный очень. Так, сейчас я положу. Так, фарш говяжий, чтоб не забыл сразу, 360 рублей килограмм. Фарш свиной что-то 260, куриный меньше. Взял первый раз пепси-колу, давно я что-то не пил ее, именно бутылочную. И перец у нас стоит тоже где-то, ну такой хороший перец красный, 179 рублей килограмм. Ну это приправа для котлет, чтобы котлеты сделать. И все. А бананы еще по 72 рубля. В общем, вот такая покупка. Значит, картофель 32 рубля килограмм я взял здесь в ларечке. Хотя есть по 25 в магните. Но надо было выбирать. Ну, можно было бы и в магните взять. Потому что этот картофель по 32 тоже тут что-то такой мелковатый. Не очень. Ну, ладно. Что ж поделать. Не сезон. Дороги в станице у нас, конечно, очень скользкие. Сейчас вот машина разъезжается, так все... тормозит машина тоже как бы не очень. Вот такие пироги. Ну ладно, ребята, вот такой короткий очерк перед прямым эфиром. Так что с праздником всех мужиков поздравляю, военных женщин. Вот, ну и встретимся в прямом эфире сегодня в 18:00. Пока!